Добрый день. В первую очередь хочу принести извинения от лица руководства АО «АТЭК» жителям юбилейного микрорайона за временные неудобства ввиду отсутствия горячего водоснабжения. Но смею вас заверить, данные неудобства не являются чьей-либо халатностью или некомпетентностью. За моей спиной вы можете увидеть результаты уже проделанных работ структурным подразделением. И данные работы уже находятся на финальном этапе и не прекращаются ни на минуту, будь то ночное время или выходные дни. Юбилейный микрорайон является активно растущим в плане застройки районом. Поэтому замена головного участка сети от источника позволит повысить качество теплоснабжения жилых домов на принципиально новый уровень. Качество услуги возрастет, а количество сбоев сократится. Напоследок, хочется ответить на множество негативных комментариев в сети интернет из серии «Что же мы делали летом?». Данные работы планировалось проводить в весенне-летний период, но обстоятельства, никак не связанные с нами, а именно пандемия коронавируса, существенно изменила сроки поставки материалов от завода-изготовителя. В связи с чем огромная просьба к жителям юбилейного микрорайона проявить еще немного терпения, и мы приложим все усилия, чтобы к началу следующей недели в ваших домах появилась горячая вода. На этом все. Спасибо.